дня, дорогие зрители. Сегодня у нас обзор, проверка очередной находки. Она была вот она в пакете с Новым годом. Как-то утречками решил пройтись, прогуляться с домашним питомцем. И получается, проходил мимо каких-то кустов. Наторчал, стоял пакетик, вот, но я не обошел его мимо, естественно, потому что как чувствовал, что там что-то интересненькое. Да, я не ошибся, интересненькое. Вот такой вот у нас зверь с длиннющим проводом. Да, это у нас шмель авто, да, вот. Автомобильный пылесос, в общем, шмель авто 2 даже. Вот кнопочки тут, это у нас кнопка, чтобы отстегнуть и вытрясти мешочек. Тут у нас сама щетка, сам всасывающий элемент. Вот у нас характеристики. Тыры-пыры. Что-то я не вижу цену. Цены не видно. Если присмотреться, вот номер у нас. Можно увидеть 895. Режим работы продолжительный. От 12 вольт, то есть автомобильный. 93-й год выпуска. Вот. Все тут можно отстегнуть, увидеть, сколько процентов пылесоса занимает сам движок. Что здесь вот есть мешочек, он тоже у нас высовывается, все это дело. Вот так вот. Там это все у нас дело камеру немножко в сторону я что-то откинул. Вот, то есть оп. Да, одной рукой это делать Unreal, можно сказать. Вот я его защелкнул, ну, потому что одной рукой это просто что-то нереальное делать. Ну, в принципе, если приноловчиться, то можно. Как видим, он что-то весь пылесос, как будто его пожгли, как будто паяльником. Такое ощущение. Вот. Вот такой вот у нас, сейчас покажу, штекер. Вот. Такой интересный, как будто это самодельный. Вот. Конечно, современными, ну, отличие в оформлении есть большое. Сейчас мы вот его ставим в гнездо. Там у нас хорошо сел. Так, сейчас мы заведем зажигание. И немножко демонстрационно погудим. То есть это все дело у нас работает. То есть находка суперская. Где-то можно в автомобиле салон по это самое пропылесосить. Вот. Такие вот бывают находки интересные. Даже полезные. Вот. Конечно, 93-й год, это уже после распада Советского Союза. Но тем не менее, сейчас такого не найдешь. Не, ну, есть, конечно, пылесосы автомобильные, но уже на современный лад. А это прям, прям крутая находка, по моему мнению. Пишите, друзья,
комментарии оставляйте. Буду дальше продолжать творить чудеса. Всем всего доброго.